Если это видео вышло на моем канале, то мы точно получили визы и сейчас находимся в США. Так что я спешу поделиться с вами своей историей. Я думаю, может быть, она будет для кого-то полезной. Всем привет! Сегодняшнее видео начинается очень странно, потому что я сейчас нахожусь в Астане. Почти только что вышли из посольства США. И мы не знаем, дали ли нам визу, дадут ли нам визу. Нам дали мы в таком шоке, ребят, честно. Нам дали новую бумажку. Скрат. Если в прошлый раз было, по-моему, синего цвета, в этот раз розовое. И здесь написано, что вы должны донести кое-какие документы. Мы подали на визу B1, B2, это туристический бизнес. Показали приглашение от L'Oréal, от NYX, то, что я еду на Коачеллу. Все брони, отели, программа на 8 дней расписана просто шикарнейше. И он мне говорит: окей, а что вы делаете, как вы зарабатываете в YouTube деньги? Потому что мы указали, что мы безработные, что наш заработок это канал, но официально мы не работаем, ни Вова, ни я. Мы решили сказать правду, не делать никаких там справок, ничего, мы решили сказать так, как есть. Правду, да. Окей, как вы зарабатываете? Я говорю, ну вот там монетизация накладывается, ля-ля-ля, там реклама. Он такой: хорошо, сколько вы зарабатываете? Я сказала, а я начала так улыбаться, такая, говорю, ну, от такой-то суммы, например, в месяц, но все бывает по-разному, в зависимости, там, от времени года. И вот он начинает задавать вопросы, и говорит: а какой ваш канал? Я хочу в YouTube открыть. А он при мне открывает мой канал за компьютером и смотрит мой канал. Нас он с Вовой вызвал по очереди, мы не вместе зашли. Сначала он допросил меня. Потом говорит: окей, иди, 5 минут жди. Я выхожу, он говорит с микрофона: Владимир, теперь заходи. Владимир зашел, я слышу, он там его тоже расспрашивает. Владимир немножко там потерялся с датами. Он спросил, когда вы вылетаете, Вова говорит: 5-го, а мы 11-го этапа. Потом: ой, простите, я не выспался. Но мы реально не выспались, мы с Алматы, мы не спали всю ночь, мы так переживали, плюс еще перелет. У нас просто не было места в Алматы записаться на собеседование. Вот. Вопросы, а что значит пресс-тур, а что значит вы будете выступать на Коачелле? Я говорю, я сама не знаю. Я говорю, честно, я знаю, что мы там будем, но, наверное, мы как-то там будем от Никс, как блогеры, выступать. Он говорит: а если вы журналисты, то это другой тип визы. Я говорю, я не знаю, журналист, в качестве журналиста я еду или нет. Нас никто не обязывает делать посты. Нас двоих отправил и в конце вызвал опять и говорит: с переводчиком все это было, с девочкой. И он говорит: так, теперь мне нужно подтверждение снова от этих всех брендов, которые вам приглашали, что вы действительно блогер, что вы действительно едете туда-то, туда-то, что там такая-то программа. Отправьте мне ваши всевозможные достижения, то есть какие-то печатные, газеты, то есть газеты, журналы, видео, я может уже, быть, телевидение. Мы просто сейчас сидим в номере, голова не соображает, и мы ищем всю возможную информацию, что когда-либо обо мне писали и где-то упоминали, плюс я подключила все бренды, которым я летала на проекты, с которыми я участвовала в проектах, и все они с корпоративных почт своих скидывают ему на почту. И мы сейчас свое письмо тоже со скриншотами подготовим. В общем, ребята, я в таком шоке. Нам завтра утром нужно лететь в Москву по еще одному проекту, но мы оставили паспорта, и мы не знаем, подтвердит он точно нашу визу или нет. Мы, конечно, всей душой надеемся. Вова, да, говорит, подтвердит. А я... Ну, ребят, после 2 отказов я уже, знаете, очень сомневаюсь в этих визах. Давайте держать кулачки вместе. Я думаю, в этом видео вы узнаете в конце, что случилось в итоге. Мы прилетели в Москву, потому что у нас здесь проект. Я буду вести NYX Face Awards. И сегодня я еду на съемки. Мы прям с аэропорта, с самолета едем прям на съемочки. Кстати, насчет визы нам так и не позвонили. Примерно 10 партнеров написали им письма. 10 разных писем рекомендательных, подтверждениями различных участий в проектах. Даже от Google написали. У Роксаны я вам покажу, она мне вчера делала макияж.
И у нее на волосах очень крутые перья. Просто невероятно крутые. И я когда увидела, обалдела. Петушок. Петушок. Какой это петушок? Гризли. Вот, оказывается, моду эту ввел Брэд Питт. Ага. Когда-то. И вот... Свои юные 90-е. И теперь вот да, Роксана пришла до меня с модой со своей. Но у нас в Алмате, я говорю, никого не видела с такой прической, но мне очень понравился эффект. Я хочу тоже себе. Их можно и утюжком вытягивать, и крутить, и мыть голову, и ничего с ними не будет. Ну что, посмотрите, какая красота у меня теперь. Перья петуха гризли в волосах. Смотрится очень круто. Ну, мне нравится. Не знаю, девчонки, может быть, вам не понравится, а мне нравится. Я волосы не испортила, не покрасила, не подстригла. Все на месте. Просто появились перышки. Спрашивали, что с моими ресницами, почему они такие длинные стали. Я сделала ламинирование ресниц, и они, в общем, вот такие теперь прикольные. И когда накрасишь их тушью, они такие прям вау, распахнутые. Такие красотки. Сегодня у нас глэм-рок. Я такой и все глэм. Такие секси. Собрала бабушкин Приехали в музей космонавтики, не знали, чем себя занять. В понедельник Третьяковская галерея закрыта, поэтому нам пришлось приехать в музей космонавтики. Здесь просто нельзя снимать, поэтому я такая странная. Как весел, столько и космонавтов. Может, даже самый смелый. Это была первая женщина, которая полетела в космос. Знаете, как они на этом корабле. А это стрелка. Сейчас я покажу вам скафандр Юрия Алексеевича Гагарина. Есть там что-то необычное или вот так? Всем привет! Сегодня у нас грусть, печаль, потому что в 9 утра улетает вся наша группа в Лос-Анджелес из Москвы, а мы в пролете. Нам до сих пор не одобрили визу, и очень грустно, и просто молчат. Мы надеялись на то, что они хотя бы в понедельник дадут ответ, но они не дали ответ, и... Честно, очень печально. И сейчас я еду в аэропорт, кроме нас. А мы остаемся в Москве, и, скорее всего, мы улетим в Алмату, потому что нам здесь нечего делать. Вот она, моя долгожданная виза. Мы очень рады, и мы получили ее. Представляете, в день вылета, когда все улетели в 9 утра, я очень расстроилась, а потом в обед мне позвонили и сказали, что визы одобрены. И на сайте обновился статус. Не успела даже снять момент радости, потому что камеры не было под рукой. И так как лететь в Америку примерно 14 часов из Москвы, мы пропустим половину программы, мы пропустим полет на вертолете, мы пропустим поход в Голливуд. И, надеюсь, успеем в Universal Studio хотя бы на чуть-чуть. Все, увидимся в Америке! Всем привет! Привет! Мы очень счастливы, мы прилетели в Америку и очень быстро прошли паспортный контроль. Никто нас там не грузил особо, но он уже знал, офицер, что мы на Качалу. Да. Сколько, говорит, вы за билет заплатили? Мы удивились, он прям сразу спросил, сколько вы за билет заплатили на Качалу? Мы аж растерялись. Вот, и, в общем, все очень быстро, он улыбался, поставил, расспросил, что за программа. Мы вспомнили, слава богу, что там Леди Гага выступает второй день. Поэтому мы, в принципе, не растерялись. Причем он вообще как будто бы с нами, как с друзьями, да, разговаривал. Очень... Вчера пропустили полет на вертолете над Лос-Анджелесом. Но сегодня мы успеваем заехать в Universal Studio. Ну, мы буквально там за девчонками, потому что все блогеры уже здесь.
А мы так хотя бы одним глазком. Ну что ж, друзья, сбылась наша мечта, и мы с Вовой находимся в Америке. Невероятные чувства, и нам до сих пор не верится, что мы здесь, потому что путь в Америку был очень долгим. Я знаю, что очень многие мечтают попасть в Америку, и многим отказывают в визе, как и нам отказывали 2 раза подряд. И это очень печально, очень грустно, особенно для тех, кто не собирается сюда переезжать жить, а просто попутешествовать. И в этом видео я хотела рассказать вам, как мы получили визу. Сейчас я вам расскажу вкратце. Я уже говорила в начале видео, как мы подавали на визу, что мы особо не готовились, и у нас было много противоречий. Мало того, что мы безработные, официально с Вовой, плюс ко всему, на мне не было никакой недвижимости, на Вове есть недвижимость, но это тоже очень странно, и плюс ко всему у нас много факторов, по которым бы нам могли бы отказать спокойно, вот, как я так думаю. Ну хотя, в принципе, отказывать, с другой стороны, не было смысла, так как у меня куча виз, куча, даже в Англии у меня есть виза, в Европу, у меня много виз разных, мы до этого часто путешествовали, но все равно предыдущие отказы, они были. И несмотря на то, что у нас было много виз. Когда мы были на собеседовании, я слышала почти все вопросы, которые задает консул людям. Там окошко было открыто, и передо мной прошли человек, наверное, 8. Примерно 50% из них одобрили визу, и причем у них были очень нелепые ответы. Например, их спрашивали, вы на сколько летите? Был неопределенный ответ, может быть, на месяц, может быть, на 2, на 3. Я не знаю, у меня живут там дети, у меня живут там внуки, и им одобряли визу. Поэтому я считаю, что это неправда, если вам агентство говорит, вот, вы должны иметь справки с места работы, а если нет, то сделайте липовые, или там вы должны, у вас не должно быть родственников, вы не должны ни в коем случае признаваться. А если вы играете в грин-карт, то точно вам не дадут, потому что они в курсе всего. И, в общем, вас агентство все пугают. И я считаю, что они врут, они сами не знают правды на самом деле. Мы обошли, наверное, агентств 8 очень крутых у нас в городе. Мы консультировались со всеми, и я вам хочу сказать, что никто не может дать точного ответа, что будут спрашивать и по какой причине вам могут дать либо не дать. Никто об этом не знает. Я советую вам все-таки не врать консулу, потому что он смотрит на вас, он все видит, он знает, врете вы или нет. Это единственный момент. Видите, у нас не было справок с места работы, мы не стали делать липовые, и все равно его как бы это не смутило в принципе. Мы с собой не приносили кучу бумаг, как в прошлые разы. Мы решили принести просто паспорт, приглашение, и опять же он одобрил. Мне кажется, Америка за каких-то творческих людей. Если вы скажете, что вот вы блогер, у вас такое-то количество подписчиков, вот ваши награды, вы действительно там популярный человек, да, и они это смотрят, и им это очень нравится, они, я думаю, процентов все равно 90 могут одобрить визу за счет того, что вы именно блогер, ютубер, и это им нравится. Я где-то слышала про это, что ютуберов они любят, они дают визы. Мы указали, что Вова мой оператор, что он помогает мне в съемках, и мы команда, вот и все. И нам дали визу на 10 лет. Поэтому такой момент, не слушайте агентство, доверяйте своей интуиции. Если вы не собираетесь туда на ПМЖ в Америку, если вы действительно хотите попутешествовать, подготовьте сами документы, не платите миллион денег. И я не верю в то, что можно заплатить там $2000 кому-то, и кто-то даст вам точно визу. Я считаю, что это неправда. Это вас обманывают, потому что они не будут брать взятки, потому что это бред. Я так думаю, за какой смысл им брать взятку у какого-то там человека за $2000 и давать ему визу? Мне кажется, это вранье, потому что нам разные варианты предлагали, типа, ой, дайте взятку, дайте то. Мы в это не поверили, мы решили просто довериться своей интуиции и поступить правильно. Сейчас мы находимся в солнечной Калифорнии, в Лос-Анджелесе. Мне кажется, как будто бы я попала в фильм. Я говорю, у нас с Вовой до сих пор нету осознанности стопроцентной, что мы находимся здесь. Счастлива, что я здесь нахожусь. Я думаю, по мне видно. И я желаю каждому, кто хочет получить визу, кто хочет попутешествовать по этой удивительной стране, я желаю вам, чтобы вам одобрили вашу визу и дали вам ее, как дали нам.